А знаешь, что меня это подтолкнуло? Я же очень внимательно смотрел ваш сайт и на форуме. Я люблю форумы читать. И там на форуме, как бы, ну, дословно так не помню, но, честно, не помню дословно, но там было как бы все замечательно, все хорошо, говорит, 14 дней, говорит, все замечательно, но... А ведь если бы после этих 14 дней еще была какая-то реабилитация долгосрочная, и меня сразу, знаешь, как бабах. Вот оно, вот она спайка получается. Понимаешь? Вот она спайка получается. Дуешь? Так бы у них лечения не было, у них же вообще лечения не было. У них должен, у них лечение это... Ты должен к ним прийти готовым уже, понимаешь? Созревшим, все. Как ты стал этим готовым? Или через... Это что, мы назад едем? Или нет? Еще только вперед. А? Только вперед. Не понял? Только вперед. Еще только вперед. Ну, Николай. Я тоже смотрю, вперед же едем. Понимаешь, я мозги. И еще. Руки. Куда? Куда? Вот там он. Вот там он. Вот он. Будет вечно. Обязательно тебе вернусь. Прикольно, да? Знаешь, его не они видят твою футболку. Я тебе точно говорю. Они видят мою футболку. Я говорю, а Николай, моя футболка, фурор просто производит. Ну моя, ребята эти, понимаешь? Ко мне подходят мамы с такими глазами. А что это у вас? А где? И меня тогда просто осенило. Да я буду ходить постоянно в этой футболке. Кто ваша? Понимаешь? Ты понял, почему я не возникаю? Ой, какой дельфин. А ты знаешь, почему у нас дельфин? Ты знаешь, почему у нас дельфин? На этом вот, на логотипе. Ты видел, что у меня на логотипе дельфин? Это дельфин, да? Обратно куда тогда? Обратно через сколько? Минут 5 здесь. Сколько следующий месяц? Сколько? Вот это и есть этот знаменитый одесский дельфинарий, да? Да. Классно. Да, его надо будет тоже, конечно. Там он не добежит. Там помыли только. Какие-то минутки 3-4, 5 подождут. Да. О, мы даже нормально, 6. Нормально. Мы даже 6 подождем. 3-4. Саня, так знаешь, почему дельфин? Значит, это не он так, чтобы на фоне дельфина. Что ты знаешь за дельфины? Говори. Что ты знаешь за дельфины? Умные, добрые. Ну, это все знают. Млекопитающие. Это все знают. Это все знают. Ближе всех нам, людям. Это все знают. Ты скажи что-нибудь такое, что ты не знаешь. Ты скажи. Ну иди сюда, скажу тебе, на фоне. Во-первых, они спасают стаи рыб. Видел в интернете куча этих вот есть фотографий, есть такие, когда дельфинов рубят прямо эти вот рыбаки. Довольные такие, да полно там таких. Да не видел ни разу. Ну, я тоже не видел, кстати, ну. Я когда набрал слово «дельфин», и выскочило это, они спасают рыбу, уводят рыбу. От кого? Ну, от сетей, да. И рыбаки, их, у них есть какой-то там, видать, ну, я там не до конца еще читал, но у них, видать, есть какой-то праздник, Они все довольны, я думаю, чего они такие довольны? Что вот, понимаешь? Ну уже жуткая картина, куча крови, и они там, куча этих дельфинов мертвых. Ну еще есть один момент с дельфинами. Они, да, они не боятся акул. Да, слышу.
Дельфины не боятся акул. Да. Кто нам взорвал? Вот это, да? Конечно, что сделали бы нормально, как побережье. Но сделать, ну, это сикхара. Да. Да не, ну красавица. Тоже, а? Красавица Одесса. Красавица, Саня, я тебе благодарю. Я тебе благодарю за такую экскурсию. Так, пошли скажем, что прошло. Прошло 6 минут. Вот, надо что-то купить у них тут. 20 человек, да? Дельфинарий. Английский дельфинарий. Потом я расскажу тебе. Почему мне сайт их понравился? Ну реально сайт. Конечно, там сильно много видео. Ты не смотрел еще? Вот завтра ты мне покажешь. А я не хочу сайт. Сейчас, ну как мы сегодня? Какой у нас сегодня план? Там видео много. И мне очень понравилось. Понимаешь, там достаточно открытость такая там в этом плане. Я ж как бы. Смотрим все предложения. Я все там записал. У меня там докторская диссертация. Я ж постоянно еду, мне какая-то мысль осенила, понимаешь? Вот тут буквально час ехал к тебе в Одессу, и меня осенила еще одна мысль шикарная. Я подумал, ё-моё, сделаю стопудово, понимаешь? Сделаю. Я скажу тебе честно, я как бы достаточно отрицательно отношусь, ну, к медицине, которая чисто коммерческая. Ну, даже не просто чисто коммерческая. Ну, я не видел результатов. Вот если бы я увидел, если я вот до этого, помнишь, я тебе говорил, что у меня человек 50, да? Можно найти. Человек 50, ну не найти, а реально в интернет набираешь, я тебе говорю. И ты там их клоцаешь, и их не судьбы, и их не истории. Фу. Курточку еще хотел взять. Думаю, оставил, думаю, зачем мне курточка, холодно. А сегодня 33 было, мы ехали. Офигеть. 33. Я даже сидел в этом было. Ну мы же ехали, там же кондиционер тоже в машине. 33. Я могу взять у ваших, как ваши называются? У них это называется брат и сестра. Ваши, у ребят, у пациентов. Могу взять интервью? Сейчас, да? А я думаю, никто не захочет. Вот у вас 5000, ну, по сайту я прочитал, 5000 ваших за 10 лет было выпускников, пациентов. Да. С десяток можно взять интервью? 10, мне не надо 5000. Это очень важно. Лозунг ваш, подожди, напомни мне, мы гордимся нашими выпускниками, да? Да, так, ну что-то недословно, но... Я правильно сказал, да? Это ж... Как бы не я придумал, я как раз классику говорю, в любом. Коммунальное предприятие, да? Практически частное получается, если коммунальное. Классная эта дорожка, конечно, что-то нужно. А что он закрывает? Зачем-то можно проехать? Какой порядок?
машинки такой нет, которая проедет там. А машинки такой нет, машинки. Это ты уже какой-то рыночный. Ты не думал, что так далеко? Не-не, я там не пошел вместе. Ну, делись. И 10 человек взять. Ну, 9 хотя бы. Куда мы пошли? Все так вот катаются. А? Тащи. На коньках, на ролик. Да не, ну супер, что там на ролик. Супер. Конечно, у вас. Надо будет нашему мэру сказать, что он тоже должен что-нибудь такое придумать. Нет у нас даже близко. Не знаю, хай думает. Хай думает. Ну, не обязательно, чтобы море. Я имею в виду дорожка такая. Вот. Дорожка здоровья. Дорожка здоровья. Где могут люди... Ну, не знал я, честно, ее существование. Поэтому, если вот там по пляжу ты меня водил, то я как-то видел. Ну, я помню. То я помню. Раньше не сказала. Я на ней очень накататься. Да? Что там говорить? Красиво, красиво. Это достойное место. Спасибо тебе за эту экскурсию. А что это за... А, ну ресторанчик тоже да. Какой-то, да? Ты сказал, я чисто это не знаю, сколько тут денег вложено еще. Правда, это не всем будет. Красиво, однозначно красиво. Все стоят, есть ветер? Ну вижу, вижу. Ну да. Ну тут еще больше такого моря, чем какой-то. Да. Куча мусора и море.